день рождения Сергея Аксакова почитатели его таланта отметили в сквере Аксакова. Здесь когда-то жил сын писателя Григорий. Сказку про красавицу и чудовище Аксаков-старший написал для своей внучки Ольги. Сегодня это произведение по праву входит в золотой фонд русских сказок. Им зачитывается уже не первое поколение детей. Мой аксаковский стаж с 1950 года, когда я впервые прочитал «Детские годы Багрового внука» и «Аленький цветочек». Я был в третьем классе. Все на все. Так что с Аксаковым меня связывает вся моя жизнь. Я его люблю. Сергей Тимофеевич обладает каким-то даром притяжения. Легендарную сказку Аксаков написал благодаря дружбе с Николаем Гоголем, автором «Мертвых душ». Сергей Тимофеевич в XIX веке служил цензором и критиком. Параллельно писал в журналы рассказы про охоту и рыбалку. И только знакомство с украинским писателем сподвигло Аксакова взяться за «Аленький цветочек». И нам бы хотелось, чтобы память Аксаковых, конечно, она жила, и каждый знал эту благороднейшую, замечательнейшую историю. Будем рады, если помимо «Маленького цветочка» наши горожане и гости города будут вообще читать Аксаковых, самих Аксаковых и оба Аксаковых. Почитатели таланта Сергея Аксакова периодически отправляются в путешествия по знаковым местам, где жил и творил русский писатель в рамках проекта «Аксаковское Поволжье». В Самаре это сквер Аксакова. Его разбили в прошлом году и открыли памятник писателю, его сыну и внучке, музей известной сказки. Само же произведение выгравировано на прозрачных перегородках. «Аленький цветочек» стилизован под фонтан. Остатки дома, основание двух печей, находятся под стеклом. Великолепнейшая скульптура. Значит, и сквер сам по себе великолепный, оригинальный, сделан в современном стиле, с подсветкой. Но мы договорились, что мы едем сюда для того, чтобы вот посмотреть все. Ну и тем более сегодня день рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, 230 лет. Ну и мы обязаны были приехать вот в этот новый сквер. А если учесть, что Аксаковы были честь и совесть той эпохи, порядочностью они отличались и своими государственными действиями, как раз получается... Мы идем в ногу со временем. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.